Здравствуйте, друзья, вас приветствует Алексей. Сегодняшняя тема ролика — легкий тюнинг Тулы. Буду менять вот этот резонатор на самодельный, уже проверенный годами, и увидите, как это происходит. Это у меня дополнительный резонатор вместо старого. Тоже его демонтируем. Он теперь не нужен. Эта выхлопная система будет иначе выглядеть. Все это выглядело вот так. Теперь это не надо. Вот куда-нибудь пригодится на другой проект. Вот так будет выглядеть новый глушитель. Красиво же, да? Как кроссовый мотоцикл выглядит теперь. Осталось сейчас заварить, приварить крепление, наложить накладочку такую вот сделать. Нормальный тюнинг, деревенский тюнинг. Планки приварю вот здесь, под защитный кожух. Использую старые петли от того самого икеевского дивана, которому я сделал тюнинг. Поехали! Свою болгарку я не нашел, где-то заныкана. Пришлось взять у соседа. Как видите, защитного кожуха нету, довольно-таки опасная. Может круг разлететься. Да можно просто чикнуть себя болгаркой. Хотя в кузнице подчас так все работают. Из-за экономии кругов, потому что круг стирается полностью до конца, до обоймы, но опасно. В основном так пользуются, где с кожухом не подлезть. Такие укромные места, когда зачищаешь стыки. Так вот, продолжим.
так выглядит выхлопная труба. Здесь вырезал угол, загнул ее. То, что вырезал, опять вставляю на место. Вот здесь провариваю. Все. Будет отлично. На коленке, как говорится, в чистом поле. Только что заварил вырез. Вот так все выглядит. Сваривал нержавейкой. Она мягенько варит. Она жаростойкая. С трансформатора понижающего. Списанного. Вот видите, какой изгиб станочный. Так. Плоские подножки сейчас срезал болгаркой, здесь крепление было, расширил отверстие под десятку, устанавливал подножки для пассажира, водительские уже стоят, приварил пластину к раме несущей. Срезаю крепление. Ставлю водительскую подножку. Сюда надо приваривать сейчас ограничитель.
Вот так все выглядит. Вот наполовину все сделано уже. Осталось сейчас поставить защиту на глушитель. Потом вставить заглушку, флейту, так называемую, в глушитель. И будем испытывать, как он будет звучать у нас. Наверное, зададите вопрос, что-то у меня на голове. Это древнерусская очели. Для того, чтобы волосы в глаза не попадали, у меня длинные волосы. И меня иногда это просто напрягает, когда вот здесь летает все. И один еще плюс. Оно сделано, сплетено из бересты. И замечал, когда я его одеваю, мне лоб никто не кусает. Ни слепни, ни мошка, ни гнус. Так вот, отвлекся маленько. Приварил крепление под защиту. И будет крепиться вот так на болты. Вот так звучит теперь новый глушитель на Туле. Согласитесь, звук приятный, не такой, как раньше был. Тихий, спокойный. В принципе, на разгон особо не влияет. Вчера разгонялся, в принципе, все нормально. Да, Бонни? Эй, Бонечка. Бонни. Хулиганочка маленькая. Так теперь выглядит Тула. Поставил с квадроцикла оптику.